27 февраля на базе среднеобразовательной школы номер 6 имени Героя Омарова стартовал муниципальный этап республиканского конкурса «Лучший учитель родного языка 2023». С 9 утра все конкурсанты уже прибыли на торжественную церемонию открытия, где воспитанники школы подготовили для них запоминающуюся концертную программу. Любой язык по-своему велик. Бесценное наследство вековое. Так берегите свой родной язык, как самое на свете дорогое. Началось открытие с народных танцев, песен на родных языках и стихах. Вскоре после торжественной церемонии начальник управления образования города Каспийска поприветствовала всех участников и пожелала им удачи. Я желаю, чтобы вы в эти два дня для себя открыли что-то новое, потому что у каждого из вас есть что-то уникальное, интересное, чего у вас нет. Всегда говорила и буду говорить, не может учитель оставаться хорошим, если он сам наедине с собой работает. Только в общении с другими коллегами, только познавая опыт других, он что-то себе нарабатывает. Вот я искренне вам желаю, чтобы за эти два дня вы не только подружились, но каждый из вас что-то взял себе то, чего еще у него нет, а есть интересного коллеги. Важно отметить, что оценивать конкурсантов будет профессиональное жюри. Кандидат филологических наук, декан факультета дагестанской филологии ДГПУ Зайнаб Омарова, учитель табасаранского языка и литературы, корреспондент газеты «Зори Дагестана» Мейлан Неджефов, кандидат филологических наук, заместитель декана по научной работе и информации факультета дагестанской филологии ДГПУ Фаина Казимагомедова и многие другие. Сегодня у них пройдет самопрезентация, где каждый учитель будет рассказывать о своей деятельности, о своей работе. Должно уложиться в регламент, который им определен, это 10 минут. И далее уже начнутся непосредственно уроки. А завтра они должны уже показать свое мастерство как классные руководители. Будут проводить мастер-классы на различные темы. Я думаю, темы уже им определены. По мнению жюри, в этом году данный конкурс особенно значим, так как он проходит в год педагога и наставника. И получить заветное первое место будет вдвойне приятно. Работа жюри – это самая сложная работа в том плане, что за каждого участника ты успеваешь прикипеть душой к каждому участнику и за каждого участника искренне переживаешь. Ты видишь его минусы, где-то недочеты, но вместе с тем видишь и его плюсы. И там же хочется тебе подсказать, чтобы исправить эту его оплошность, исправить эту его ошибку. По результату муниципального этапа лучший учитель отправится на республиканский конкурс, где будет соревноваться за место на всероссийском уровне. Лучший учитель родного языка 2023. Асия Тумалатова, Гаджи Гаджиев, новости телеканал «Среда».